А когда вот вы первый раз попали на Мосфильм? Когда это было? В каком качестве вы были? И какой это был год? 70-е годы. Ну, я бывал во время, я учился в Авгике еще там. Ну, в общем, я в 75-м. Угу. Я пришел, в 74-м я пришел. Я работал ассистентом режиссера по актерам. И... На какой ленте? Я работал на фильме «Выбор цели», был такой фильм о Курчатове, ага. Там играл Сергей Федорович Бондарчук. Я как раз в мои функции входил его вот возить, привозить, это сказать. И там я как-то пообщался с Сергеем Федоровичем. А снимал очень хороший режиссер, мой мастер, кстати, я в Авгике не учился до этого, Игорь Васильевич Таланкин, к сожалению, покойный. Ну вот я полтора года отработал там, потом еще работал на... Ну если вот в те годы кто-нибудь сказал бы, не знаю, какая-нибудь гадалка там, или кто-нибудь там в буфете сказал: «Карен, будешь возглавлять Мосфильм», как бы вы вообще к этому? Я бы очень удивился. Ну, были всегда амбиции такие вот руководить людьми? Или, потому что мне кажется, что это все-таки разные таланты. Вот какие-то креативные моменты, вот придумывать кино. Руководить людьми на площадке, то есть делать кино, это одно. Руководить концерном, это все-таки, мне кажется, совершенно другое. Ну, в общем, другое. Да. Хотя, конечно, дело все в том, что профессия режиссера предполагает, что ты должен быть командой, организатором. Да. Да. У тебя коллектив, и порой огромный коллектив. Это могут быть тысячные массовки, это могут быть... Но, конечно, вы правы в том смысле, что работа директором, особенно в нынешних условиях, не в советских, а в нынешних, потому что фактически это бизнес. Да. Это фактически, тем более, допустим, Мосфильм, он не получает государственных дотаций вообще, мы не получаем никаких, мы существуем только за счет того, что мы сами зарабатываем, значит, фактически мы занимаемся бизнесом, и все модернизации, реконструкции мы провели исключительно на свои средства, но это надо уметь заработать их, надо уметь вложить их, инвестировать, как сейчас говорят, но это, конечно, да, это отличается от профессии режиссера. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24». Объясню, чем меня привлекает Карен Шахназаров. Я сейчас говорю не про режиссера, не про участника политических шоу из категории «Я вас не перебивал», а исключительно как о собеседнике. Шахназаров использует достаточно категоричные формулировки. Без оглядки на цех, потому что, ну что греха таить, очень многие у нас режиссеры, вообще деятели киноискусства, да и не только киноискусства, предпочитают обтекаемые формулы, боятся поссориться с кем-то, не называют имен зачастую, хотя, когда озвучивается тот или иной факт, та или иная позиция, люди из среды однозначно вычисляю о ком речь, а зритель остается в неведении, поэтому это всегда меня раздражает. Вот Шахназаров этим не грешит. Этим он напоминает, ну, мне, опять же, в контексте не профессионального, не режиссерского, а мы говорим сейчас о собеседнике в телевизионных беседах. Напоминает мне Никита Свет Сергеевич Михалкова. Тоже хорош бывает. Не всегда. То есть он хорош всегда, но вот в этом контексте, в смысле категоричности, не всегда, но блистает. Вот Шахназаров – это подарок всегда для меня, для интервьюера. Ну, про Никиту Сергеевичу Михалкову даже говорить не буду, это по определению так. Так что до новых встреч!